Черноморский бриз добрался за центральной России. Всех приветствуем из города Ярославль. Сегодня мы с вами будем смотреть матч 9-го тура, в котором, как вы догадались, местный шинник будет принимать новороссийский Черноморец. Моряки уже со вторника базируются в Ярославле. После игры вытягивает Черноморец из второй лиги. Сейчас хороший результат показывает в первой лиге. Это Константин Георгиевич Зырянов. Ну, это уже стартовый удар по мячу состоялся. Этот здесь и спокойно. Ой, какая неудачная передача. Опасный вход в штрафную площадь. И удар поворотом в створ. У нас первый состоялся. Артем Делькин его наносил. Да, ведь 90 номер. Да, 90 номер. Но здесь Василий Олейников, Малахов. Давайте посмотрим. Уже через правый фланг. Артем простреливает. Замыкание. Штанга. Вот это момент еще был. Услышали мы звон. Илья Рубцов был близок к тому, чтобы открыть счет в этой встрече. И обрати внимание, все-таки у нас подает у ярославцев подача. Удар поворотом, и счет открыт! Это центральный защитник Никита Котин забивает свой первый мяч за ярославскую команду. Вот это да! Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что это 100% справедливо, да, но те два момента, которые сейчас создали хозяева поля и наконец-то реализовали, и вот, ну, правда, со стандарта, но это, пожалуй, небольшой пока аванс. Я думаю, Черноморец еще отгрызнется непременно. Открывались нормально, чтобы хоть куда-нибудь выбить. Ох, какой опасный момент, Садуев. А в дальний угол выцеливал и... Мяч отправляет чуть дальше, правее. Пошла подача в штрафную площадь. Удар поворотом, добивание. Ох, какой еще один момент был у ярославцев. Да, горит Черноморец в своей штрафной площади. Пожар нужно тушить. Данил Кролкин там кулаками выбивал мяч. По итогам победной игры против Нефтехимика. Садуев хорошую передачу сделал партнеру. И восьмой номер наносил удар. Девятый Абакаров, да? Что-то оно предпочитает дальше Абакаров сделать на левый угол штрафной площади. Тебе уже с верхотуры виднее удар поворотом. Нет, мяча не было. Стоять под навесом Шадринцев. Забрал свою мяч в штрафную площадь. Удар поворотом. Смотрел, как Рубцов подпрыгнул и наносил этот удар поворотом. А вопрос, что делали защитники? Тебе чай наливали? Ну да, видимо, добавляли еще сахарку. Все больше и больше загружают мяч. Еще удар поворотом над перекладиной пролетает мяч. Это уже было опасно. Довне пришлось продемонстрировать. Тренирует ярославский шинник в первой лиге. Хорошая атака пошла. Передача сейчас в штрафную площадь. Вышедший на замену у нас. Посмотрим повтор как раз вот этого хорошего розыгрыша. Пас на левый фланг. Офсайда здесь не было. Капитан шинника вырезает. Делает передачу как раз на 61 номер. Артем Малахов. Понятно, атакующие действия Константин Зырянов сейчас усиливает. И будет давление на ворота ярославского шинника. И Черноморец сравнивает счет. И Антон Антонов забивает ответный гол. Немного такой, ну, знаешь, неисходящей ситуации на футбольном поле. В принципе, то же самое было с первым мячом, когда забивал ярославский шинник. Да, команды обменялись результативными угловыми. Но ты знаешь, надо дать должное черноморцу. Поддавили они соперника, навели немного суеты. Ну и, видимо, Дмитрий Хомух. 16-й встречи с черноморцем. Да, не так часто по одному мячу. Опасно! Вот вышедший на замену Игорь Андреев. Выводит ярославский шинник. Вперед шинник ответил достаточно. Что сделал Самойлов? Он так издевательски между ног пробросил мяч дальше партнеру на фланг. И после этого, продвинувшись вперед, пошла передача в штрафную площадь. Ну и Ставпец. Александр Ставпец. Отмечаем его классную передачу. Ушел Малахов, но есть Ставпец. Но действительно, как же классно. Андреев положил корпус в падении. Но опять же, где оборона, да? Немного заведет. Вот после передачи Антонова в штрафную площадь и обоим опасный удар. Укрепляют среднюю зону. Ух ты, опасно могло быть. Здорово, удар за пределы штрафной площади. Юрий, повтор посмотрим. Да, буквально по центру. А вот в пользу, да, ярославской команды. Эмоции шкалит. Коробов здесь уже с досадой пинает футболиста. И все, свисток об окончании этого поединка. Шинник одерживает очень непростую победу над новороссийским черноморцем со счетом 2-1. Никита Котин, Игорь Андреев отличились у Шинника. И Антон Антонов забил у новороссийского черноморца.